Могилевские футболисты стали пераможцами республиканских спаборництваў «Скураны мяч». Это самый массовый дитячий турнир в Беларуси. Он проходил 20 раз и теперь собрал рекордную колькость удельников. Со старту за медали и кубки «Скураного мяча» змагались амаль 45 тысяч человек. Финальная стадия, якая упершиню проходила у столицы, собрала 24 лепшие команды Беларуси. На футбольных полях республиканской федерации вызначали пераможцев и призеры у трех узростовых группах. У самой дорослой, где гуляли юнаки 13-14, год перемоги святковали могилевские торпедовцы. Яны атрымали кубок чемпионов, а воротар команды Александр Ажогин и нападающий Алексей Чыж стали лепшими игроками у своих амплуа.